церемония с 25 августа по 5 сентября проходит СКМ «Внимание, дети! Не забываем пищу ближний свет пар!» Внимание, дети! Говорят сегодня сотрудники ГАИ всем водителям и просто просят: включайте ближний свет фар, чтобы сделать свое авто более заметным на дороге. Ведь статистика, где дети стали участниками ДТП, оставляет желать лучшего. Сотрудники госавтоинспекции со всей республики вышли на дороги, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости передвижения с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями в период проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!». С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и 40 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и родителей на то, что безопасность детей – дело общее. Если сотрудники ГАИ в ответе за автолюбителей, то родители, в свою очередь, должны отвечать за своих детей. Учить мальчиков и девочек дорожной безопасности на личном примере, объяснять им последствия несоблюдения правил дорожного движения. С самого детства. Вот приучаешь, когда вот идешь, только переходишь светофор, и все, мы сразу же внимательно, не переходить, смотреть внимательно по сторонам, только тогда переходить, не бежать, только шагом постоянно. Велосипед или там самокат в руках переводить, держать за ручку ребенка, чтобы смотреть более безопасно, если там ребенок, мало ли что за машины, можно припаркованный плохо не увидеть. Ну, нужно быть самим бдительным в первую очередь, а потом уже и детей. Мама же тебе постоянно говорит? Да, постоянно. Когда я хожу в магазин, она напоминает, что надо смотреть по сторонам. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, сегодня город светится, большая часть водителей знает и соблюдает требования правил безопасности на дорогах, но находятся и те, кто списывает все на забывчивость. Каждый водитель, который безукоризненно соблюдал правила дорожного движения, получил уникальный подарок от Главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь и Управления ГАИ Брестского облсполкома. Ну а с автолюбителями, которые недобросовестно относятся к соблюдению правил дорожного движения, инспекторы ГАИ проводили профилактические беседы и раздавали профилактические листовки. Мы все должны помнить, что только взаимное уважение и трезвая оценка ситуации помогут избежать трагедии. Я вообще с ближним светом фар езжу не только на акции, я езжу всегда, потому что, ну, это круглогодично. Да, круглогодично. У меня на автомате всегда стоит свет, поэтому очень правильное правило. Спасибо вам за эти акции. Лето, я считаю, что дети играются, просто нужно быть внимательнее водителю и все. Каждый водитель, который включает свет фар, подтверждает, что он не остается в стороне от проблемы дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Невыполнение условия может обернуться предупреждением от ГАИ, либо штрафом.